Сегодня моя школа новичка в сетевом. Я рада, что меня смотрят коллеги по компании, не только моя команда. Это значит, что я делаю работу не зря. Ставьте палец вверх под этим видео, если оно вам полезно. Я напомню, что в предыдущих видео я рассказывала 5 принципов короткой презентации в Business Essence. Давайте я повторю, те, кто не смотрел, повторю коротко. Итак, первое, что мы рассказываем на встрече, не по телефону, а когда мы уже пригласили на встречу, мы рассказываем человеку про индустрию сетевого маркетинга, рассказываем, сколько она существует, рассказываем, как в ней можно заработать, рассказываем про темные времена становления индустрии в России, когда было много странных предприятий, МММ, Хопер Инвест и так далее, которые маскировались под сетевиков, скандал с Гербалайф и другие, можно вспомнить, можно не вспоминать. Но обязательно скажите, как эта индустрия работает, а лучше даже нарисуйте. Нарисуйте классический бизнес продвижения товара от производителя и нарисуйте продвижение товара от производителя с помощью MLM-индустрии. Но это коротко. Дальше вы должны рассказать немного про компанию, которую вы представляете. Компанию, которую вы представляете, если мы говорим про Essence, то это компания из Чехии. Компания создана 6 лет назад, 2 года она в России. Назовите преимущество от того, что она в России всего 2 года и еще поле не паханое, честно говоря, и занятия рынка нет, про компанию мало кто знает. Это большой плюс, потому что через несколько лет компания войдет в состояние стабилизации. У нас нет десятка лет, еще года 3, и про Essence будут знать все. И пока человек еще не с нами, скажи, дайте ему возможность построить этот бизнес быстрее, чем он бы растянул этот бизнес там, на десяток лет. Расскажите про продукт. Расскажите, что у нас есть прекрасный продукт. Локомотив – это парфюм, духи номерные и еще 6 товарных категорий. Поэтому у нас есть свой интернет-магазин, свой бэк-офис. У нас есть прекрасный продукт, интернет-магазин, и человек из любой точки России, и СНГ, и в Европе тоже, потому что компания из Европы может заказывать, приобретать продукты. Человек может регистрироваться и стать клиентом со скидкой, может стать партнером, который будет заниматься продажами, а может строить сеть, строить бизнес, да, и расскажите как. Расскажите, как компания выплачивает комиссионные тем, кто строит бизнес, кто строит сеть дистрибьюторскую. Как мы растем? Расскажите, что от 3 до 28% первый маркетинг, дальше после 28% уровня уже топ-лидерский, голд-менеджер, платина и так далее. Какие выплаты там? Но, честно говоря, первого маркетинга, плана для первой встречи достаточно. Но во вторую встречу приглашайте уже рассказывать более подробно и расписывайте план выхода на доход. Тогда человек останется с вами. После маркетинг-плана расскажите свои впечатления, расскажите аргументы. Я вообще всегда начинаю с истории. Как я пришла в этот бизнес, что предшествовало, какая у меня была жизненная и финансовая ситуация. И вы знаете, я честно рассказываю свою историю, и людям это откликается. И найдите свои аргументы сами обязательно, потому что аргументы – это такая часть важная в нашей жизни. Человеку может все это дело понравиться, но в аргументации я также включаю, что я интернет-маркетолог, что я соображаю в построении личного бренда в социальных сетях. Я давно этим занимаюсь, мне это интересно, я готова давать знания людям. У меня есть YouTube-канал, у меня есть вебинары, у меня есть обучающая программа. От человека необходимо только желание развиваться, да? Но поймите, это не только все эти 5 критериев на меня работают. Я еще рассказываю, как я продвигаюсь на земле. Потому что нельзя только в интернете торчать, а землю игнорировать. Или наоборот, работать на земле, а в интернете никак не обозначать себя как человека, который строит бизнес. Возможно, это было бы кому-то интересно, но про вас в интернете попросту не знают. Поэтому не игнорируйте ничего, развивайтесь. И когда я запускаю новичка, я провожу ему школу. Я провожу ему школу и рассказываю, по какой системе работаю я. Эта система классическая, ее я переняла от моей наставницы, моего спонсора Людмилы Хлебушкиной, которая на данный момент является голд-менеджером компании Essence. И она этот бизнес построила именно по этой схеме, по классике жанра. И я всегда говорю всем, если вы будете выполнять все эти шаги, у вас будет обязательно успех и результат. Чтобы не было хаотичности, да, из чего мы начинаем?
мы с человеком, который к нам приходит, вот он это все послушал, да, а дальше мы заключаем моральный контракт. Моральный контракт – это устная договоренность между мной и вами. Если вы согласны со всеми этими критериями и готовы строить этот бизнес, я вас подключаю в свою команду, в свою первую линию, и вы обязуетесь делать все вот эти шаги. Это называется моральный контракт. Подписывать ничего не надо, это между нами устная договоренность. Но она очень важна, потому что потом, когда я у вас буду спрашивать, а ты выполнил этот шаг, а ты выполнил этот, и вы будете говорить, ой, нет, я там забыл, или ты мне не сказала, так вот, чтобы не было вопросов, что я ему что-то не сказала, есть моральный контракт. После морального контракта человек регистрируется в моей команде и дальше начинает работать по шагам. По каждому из шагов есть своя онлайн-школа, можно пройти, можно меня послушать и сделать, как я говорю. Но пока я не начала работать по этим шагам, у меня не было результата, сразу скажу. И после регистрации мы пишем список знакомых, есть техника написания списка, я объясняю, для чего нужен этот список знакомых. И поверьте мне, эта техника работает. Это важно, написать список от руки. Мы даем энергию в наши руки, в наши пальцы, пишем туда людей, и потом эти люди в нашей жизни всплывают, появляются неожиданно и становятся нашими партнерами по бизнесу. Дальше. Мы учимся планировать. Планирование – очень важная часть нашей жизни. Все успешные люди умеют планировать. И я, честно, не была организованным человеком до того, как Людмила Хлебушкина мне не научила, не дала эту школу. Бизнес-планирование означает то, что мы пишем крупные свои цели. Мы планируем месяц, мы планируем год, можно 5 лет запланировать. Мы планируем свою жизнь. Это тайм-менеджмент и цели. Да? Мы планируем встречи, звонки, нашу жизнь, какие-то наши семейные дела. И мы ведем ежедневник или мы ведем ежедневник в телефоне, кому как удобно. И благодаря тому, что мы жестко планируем, мы понимаем, сколько времени мы тратим на не те вещи, которые мы могли бы отложить или вообще не заниматься, или оптимизировать. И мы быстрее приходим к результату, потому что мы видим, что мы делаем и анализируем это каждый месяц. Дальше мы учимся приглашать на встречи. Мы учимся приглашать на встречи по телефону, а не спамом в соцсетях, потому что, поверьте мне, приглашение голосом – самое эффективное приглашение на свете. Никто не отменял личные встречи, я вам рекомендую подучиться. Это очень страшно первый раз, но правда это работает. Мы учимся проводить встречи. На встречах мы рассказываем вот эту схему. И на встречах мы общаемся с человеком, узнаем его потребности, спрашиваем, какие предпосылки у него есть, потому что все приходят в сетевой бизнес, деньги в первую очередь зарабатывать, а потом находят такие приятные моменты, как тренерство, аромастилистика и какие-то прикладные специальности. И мы обучаемся все время. Компания Essence, например, дает 2 раза в неделю обучение от компании. Это бесплатно, вебинары, онлайн. Вам нужен всего лишь ваш телефон, компьютер или компьютер с интернетом, гаджет с интернетом. 2 раза в неделю обучение. Дальше. Многие наставники, лидеры дают обучение в социальных сетях, дают обучение в вебинарных комнатах, отдельное, лидерское. Это тоже очень здорово. Я, честно говоря, обучала всегда и везде, и платно, и бесплатно. Все, что на Ютубе, я перелопатила, потому что мне важно было разобраться, мне важно было понять шаги и запуститься. И мы делаем товарооборот. Безусловно, товарооборот личный. Я в месяц делаю 100 баллов личного оборота, потому что это бизнес дупликации, чем я делаю 100 баллов, мои люди повторяют меня, и результат получается быстрее. Как сделать 100 баллов, у меня есть отдельное видео, но я могу сказать, что товарооборот – это основа. Компания нам платит за товарооборот. Есть компании, куда ты приходишь, и тебя принуждают делать товарооборот какой-то, что вот делая все это, а про вот эти шаги не говорят. Вот эти шаги – это шаги личностного роста, шаги развития. И если вы будете делать, если вы запустите себя, запустите этот механизм привычек хороших, планирования, обучения, встречи, звонки и так далее, потому что, опять же, встречи, они происходят сначала с вашим наставником в присутствии, он подключает ваших людей, вашу команду, затем вы сами учитесь это делать, помогаете другим, берете на себя эту ответственность. Это очень ответственный труд, но это прекрасная специальность, которая приносит хорошие деньги. Нигде топ-менеджерами не становятся, везде нужно учиться. Поэтому обучение, товарооборот и все-все-все шаги. И получаются очень классные, абсолютно классные специалисты из вас, который развивается, зарабатывает, мотивирует других, обучает и идет вперед.
и доходы только растут. Вот в этом плюс большой сетевого бизнеса, в котором я счастлива находиться. Благодаря этому я обрела любимое дело. Я надеюсь, и в вашей жизни будет то же самое. Я надеюсь, вы так же, как и я, замотивируйтесь. А для того, чтобы замотивироваться, никто у вас не замотивирует, кроме вас самих. Вам нужно подучиться, вам нужно разобраться. Я желаю вам удачи, успехов в этом бизнесе. С вами была Света Робски.